В администрации края в режиме видеоселектора прошел Совет безопасности. На связи все муниципалитеты региона, в зале представители правоохранительных органов, МЧС, заместители губернатора. Вениамин Кондратьев отметил, что к праздникам надо подготовиться грамотно. В эти дни будет много мероприятий, шествий, митингов, концертов. Поэтому все структуры должны отработать четко и слаженно. В местах массового скопления людей наряды полиции, ДПС и ГИБДД необходимо усилить казаками и народными дружинами. Также Вениамин Кондратьев потребовал уделить особое внимание перевозке детей и ветеранов 9 мая. Их должны сопровождать патрульные машины и медики. Необходимо усилить меры безопасности на дорогах, на авто- и железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Этот праздник со слезами на глазах должен быть только от Великой Победы, а не, упаси Бог, от какой-то несчастной ситуации. Обеспечение правопорядка – это задача не только правоохранительных органов, а в первую очередь тех, кто является организаторами этих мероприятий. Поэтому первая ответственность лежит на вас и на мне. У меня нет никаких сомнений в вашем профессионализме, коллеги, в профессионализме наших правоохранительных органов. Массовые мероприятия в крае всегда проходили спокойно и безопасно. В праздничные дни в крае пройдет почти 300 массовых мероприятий. Участие в них примут около 500 000 человек. Обеспечивать безопасность будут 6 000 правоохранителей.